уворачивался и дал ДБ, он отпрыгивал назад. Что, Сафера все видели? Вы захватили зону A. Ну ладно. Ох ты, еще и Шиноби прилетел. Хорош. Включила наконец. А, я мог отменить рекавери, блин. Да. А чё ты? Ладно. Попался. Били, главное. Спарируй. КБ. Довёл. Вот он жадный, так как он забрать тебя хочет? Вот жадина. Просто готов лицом поплатиться, лишь бы тебе собрать. Серьезно? Три хэвика? Блин, чел прям уверен, что я буду доводить. А я вот сейчас возьму и не доведу. Что делать будешь? А сейчас? Нифига, да, Юст? Система сломалась. Да блин, доводит. Ну а сейчас-то что? Опа. Опа. Ну-ка, дружище. Смотри, он не впитывает. Ну что за Юст? Ну-ка. О, да. Да. Ладно. Вообще, какие вопросы? Ладно. Так, лайт. Хэви лайт. Нет. Надо перепроверить. Файт, хэви лайт. Чебурашка. Асюгоки. Сразу все доходит. Ну, давал я дотшатаку на это дело. На, корот, ну. Вот это, конечно, гарант был. А нахуй ты его сюда пустил? Риор, выгоняй его. Мужчина. Да, конечно, типичная на бусину, просто я не могу ее спэрить. Там ничего такого сверхъестественного. Ну, я не тут видел. Все, стаминка кончилась. Поехал спам. Давай, Приор, хуяр эту хуйню. Красава, Приор. Люблю тебя. Спырилась. Есть, я ее спырил. Как то Нифига, нифига. Мы ее взорвали. Не лошадку сделал. А, доводит, конечно. Давай, 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 блин. Ну все, кранты.
Не спойлилось опять. О, болосы. Ну, друг, тут ты пожадничал, конечно. Стер, блядь, тебе больно. Ёлки. Ворон, спасай. Чего спасай? Я с солдатик в спину тыкнул. Жестко. Так. Всего 7 лайтов, да? А, это был лайта спойлировал? Да. Ну, красава. О, еще лайт спойлил. А у юста просто, вот этого юста хорошо видно с такими софтерами. У них просто софт доджил не в тайминг от таких атак. Я походу за этот матч, если бы мне за каждые 7 лайтов давали, я бы, наверное, тут пару сотен рублей точно бы заработал. Ну ты пожадничал. Пожадничал, за что поплатился. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это геймплей, вот это я понимаю, да, на роте просто по кайфу. Чуваков убил просто синьками. О! Чехи-то еще раз? Давай, конечно, чем не жалко. Добивай, добивай! Хорош! Серьезно, чел просто все впитал! Я вам тут сильно буду мешать, если буду сидеть и ждать молча. Блин, не дотягивается. А я их мог спэрить. А, ну чувак сам подставился. А, блин. И опять он. Ну, сейчас не уклоняется. Так. О, скала не разводится. На, родной пырик, когда-то ж должен я тебя спырить. Ой, опять начинается. Светильник, твоя слабость. Не говори. Да че кого? Посмотрю, как вы там играете, конечно. Ой, дурак. Да че делаешь-то? Захар, я бы его сейчас воткнул в стену. Я помогаю. Вор еще один. Да не достали уже меня эти кюсины, они не отпускают меня. Кюсины, отпустите. На, родной. А чё там за новый персонаж? А посмотри обзор мой. Это Нива. Подоса помню. Я там кличка, я кличка там Нива. Всё разобрал. У меня кличка тогда Газель. Волга. А, блядь. А как тебя? Пайтик. Да, бля, козёл. Блять.
мутанты еще не совсем измененные до конца. То есть, типа, вот там же был мутант-паук, который, грубо говоря, женского пола с кучей ног. Он там... Там трех... Там трехногие женщины есть. Есть еще один, который... С восьми ногами, я там помню, кучей ног там был. Вот. Я говорю, это предыстория, скорее. Да. Типа остров какой-то не совсем один. Какой-то пацан фигурирует опять. Мелкий. Вот это сейчас что-то какая-то мясорубка была. Get my name out your mouth.